Покровское товариство слепых, ну, участвовало в донорских программах, мы вышли на Европейский Союз и написали грантовую заявку, предложили им такую идею, чтобы наши люди долучились до победы и своими силами смогли пошить 100 комплектов постельного белья. То есть это входит подушка, наволочка, простыни, пододеяльники, покрывала. Этот проект стал возможным благодаря поддержке Европейского Союза. За эти деньги нам удалось купить наполнители для подушек, ткань для подушек, для покрывал ткань. И ребята помогли это все отшить.